Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики и всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои девчонки, я вас сегодня буду знакомить с новым бутиком. Корпус Б, вход 4. Вы заходите и сразу на ряд В, место 106, прям возле у входа. Вот такой вот женский рай. Девочки, если вы этот бутик придете, вы отсюда пустыми не уйдете. И, конечно же, дорогие мои девочки, отправку делают по всему миру, работают и опт, и розница, скатерти, покрывала, подушки, наволочки. Девочки, здесь можно все-все выбрать для женских штучек всяких. Пожалуйста, визитку. И, конечно, я вас сегодня познакомлю с Надеждой. Пожалуйста. Также у Надежды есть телеграм-канал. Подписывайтесь. И она обязательно вас ознакомит еще больше со своим ассортиментом. И, конечно же, знакомьтесь. Надежда. Здравствуйте, Тамара Шик. Я очень рада, что вы пришли нас снять. И, дорогие подписчики, тоже всем добрый день. Все подписчики Тамара Шик. Я хочу вам показать свой ассортимент. Я хочу вам показать белорусский лен, белорусские полотенца. Это лен с хлопком. Качество очень хорошее. Очень хорошо впитывает, вытирает. Разные расцветки. Размер 50 на 70, а цена 200 рублей. Есть размер поменьше. Цена такая же, зависит от состава льна. Есть они в коробочках. В коробочках в наборе 3 штуки, много разных рисунков. А цена за коробочку 650 рублей. Так, подожди, Надежда, посмотрим, какие расцветки. Посмотрите, девочки, и уточки разные. Ой, интересные такие уточки. Гуси, гуси, повара, да? Коты есть, кто любит, разные цветы. Французский завтрак, много, большой очень ассортимент, разный выбор. Котики, да, есть? Да, котики, вот, там в коробочке все. 3 штучки, и все разные, все 3 котика разного вида. А. Есть такие полотенца белорусские, вот такого плана, вот это жатка, вот да? Жатка, это 100% лен, альба, качество очень хорошее, они впитывают отлично, они как массажеры, вот это руки, есть размер... Лицо, вот для рук, например, 350 стоит, для лица стоит 650. Есть такое же банное полотенце. Ну, они качество очень хорошее, впитывает, и когда им пользуетесь, про махру вообще забываете. Есть вот такое вот банное полотенце, размер его 70 на 140, а цена у него 1500. Кому-то не нравится цвет льна натуральный, есть посветлее. Вот такой, отбеленный лен. Вы сами пользуетесь такими волосами? Да, я пользуюсь, и я очень довольна. Да? Мне очень нравится. Кому-то нравится зефирка. Зефирка помягче, тоже впитывает отлично. А цвета есть разные. Есть тоже баня, есть лицо. Баня стоит 1500, для лица стоит 750 рублей. А зефирка, она идет помягче. Вот эта вот альба, она идет пожестче. Мне нравится больше альба. Когда закручиваете волос, волос моментально становится сухим. Не надо никакой фен. Сушите и портите волос. Девочки, еще я вам хотела показать белорусские пледы. Пледы очень хорошего качества. Здесь 100% лен идет. Размеры 2,10 на 2,20. Ну, размеры они есть и в полуторках, и в двушках, и в евро. Разные размеры. Вот который я вам объясняю плед, очень хорошего качества, кто постоянно покупатели берут, знакомых приводит для себя, им можно застелить кровать, им можно заправить диван. Вот цена за этот плед 5500, расцветок очень много разных. Это не все модели, не все рисунки мы вам можем пока показать, потому что у нас ограничено время. На любителей, кому-то потемнее, кому посветлее, кому абстракция, кому венделя, кому цветочки. Разные. Дорогие подписчики, хочу вам еще предложить вот такие комплекты. Хит наших продаж. Вот это вот комплект египетских хлопок. Размер я вам показываю полуторка. Полуторка идет 150 на 2,10. Здесь идет одеяло, просто две наволочки. Вот такое шикарное качество. Потрогайте, Тамара, посмотрите. Качество вообще отменное. А цена у такого комплекта 8500. Это Victoria's Secret. Здесь просто идет однотонная, две наволочки цветных и одеяло. Одеяло покрывало. А есть комплекты Tencel с мережкой.
Вот такой вот фисташковый, красивый цвет. Здесь идет просто однотонного цвета, две наволочки цветные. Вот такая красивая мережка. С этой стороны он идет цветной. Такой приятный. Такой прям вообще. С этой стороны он идет более однотонный. Его ласкаешь, даже приятно. А потом у нас вот такой комплект кинзо. Цвет лаванды, очень много разных расцветок. А вот эта модель кинзо, она идет только в одном размере, евро. Евро размер, одеяло идет 2 на 2, 30, простынь идет здесь однотонная, 2, 30 на 2, 50, и наволочки 50 на 70. Вот в таких вот они упаковочках идут, красивых, в сумочках, в розовеньких, заупакованные. Отлично, стираются, гладятся, не надо никакие пододеяльники, просто накрываетесь и кайфуете. Есть вот такого плана хлопок Роберто Кавалли. Здесь тоже одеяло, просто две наволочки. Вот такой вот комплект красивый. Цвет лаванда, разные цвета есть. Вот так он выглядит, вот такие наволочки идут. И простынь с рисунком. Этот Роберто Кавалли стоит 5500 комплект. Есть более бюджетнее. Здесь идет хлопок с вискозом. Такой комплект стоит 3500. Здесь тоже две наволочки. Простынь идет цветная и одеяло. Одеяло покрывало. Ну, кто хочет подороже, получше, здесь вот это фирма Майсендор. Майсендор идет 100% хлопок. Здесь просто идет цветная. Есть они цветочками в клеточке. Разные рисунки. Очень много. Кому-то цветочки, кому-то абстракция. Наволочки и одеяло покрывало. Такие вот наволочки. 50 на 70. Они по цене. Майсендор стоит 5000. Вот одеяло идет, с одной стороны рисунок и с другой стороны, двухсторонний. И есть Майсендор с цветочком. Есть много разных моделей, которые вот хлопок висит, 4500, Роберто Кавалли, 5500, Майсендор. Если размеры полуторка, 5000, есть Блюмарин, однотонный, египетский хлопок, есть Виктория Секрет. Есть лапелла, смережка, тенсель, египетский хлопок. Много-много разных моделей. Девушки, если вы придете в наш бутик, вы с пустыми руками не уйдете. Девочки, не забывайте подписаться на мой канал. А теперь я вам хочу показать фарточки. Вот такие передники с рыбками. Ну, так как они для мужчин и для женщин универсальные. Цена у них 450. Есть передник вот такой вот. Несколько, три цвета. Есть фартук лаперла в трех цветах. Вот такая модель, очень интересная. Она стоит 750 рублей. Есть фартук лаперла тоже в трех цветах. Вот такая модель интересная, с кармашками. Качество очень хорошее. Хлопок, три расцветки. Они стоят 550 рублей. Есть фартки более такие велюровые. Кто любит много очень расцветок, 6 видов, цена у них 800 рублей. Вот такой вот очаровательный фартук с котятами. Их три расцветки. Черный, коричневый и есть серая. Цена 600 рублей. Кто любит более понарядней, с кружевом, разные расцветки, тоже три цвета, цена у них 600 рублей. Есть такие фартки в виде прованс. Вот такого плана. Тоже три расцветки. Цена у них 700 рублей. Есть фартук погламурнее. Вот такого плана. Четыре расцветочки. Цена у них 750 рублей. Вот такая моделька с кружевом. Тоже разные расцветки. Я вам сейчас покажу. Вот, зеленый красивый, голубенький, серый есть, рыжий расцветочка. Есть фартук более хлопок, тоже более однотонный, классический. Есть таракот зеленый, их тоже 4 расцветки. Цена у них 550 рублей. Есть фартук с кружевом, кто любит немножко погламурнее,
с вышивкой, с цветочком. Тоже хлопок со льном. Качество отменное. Вот такой вот, очень красивый. Напоминает, как в детстве мы в школу ходили. Школьную форму. Фартук есть вот такой вот, тоже прованс с кружевом, много расцветок, 5 расцветок, рыжие, лимонные, зеленые, не все расцветки на витрине, все расцветки, как бы каждую модель невозможно повесить. Есть фартук более яркий, с тюльпанами, вот такой вот яркий, весенний, красочный. Такие вот салфеточки у нас есть гобеленовые, гобелен шенил турецкие. Они разных размеров. Вот этот вот размер я вам показала 40 на 140. Есть вот такой вот кружочек. Цена этой салфеточки 1750. Есть побольше размер, есть поменьше. Это кружочек в диаметре 40. Цена его 650 рублей. Такие же есть наволочки. Они у нас двух размеров. Сейчас в данный момент 50 на 70, 45 на 45 тоже есть. Вот из этой серии шенил. Здесь в витрине представлено бордовые, есть бежевые, есть шампань. Много разных оттенков. Есть у нас испанский гобелен. Вот такие вот салфеточки красивые. Здесь они с лавандами, салфетки, дорожки. Такие же наволочки есть. Кто любит маки, есть из мак, из серии маков. Калибри. Много разных рисунков. Но любой вкус. Кому с розочками, кому с птичками, кому более однотонные, как венское кружево смотрится, такое ажурное. Такие же тоже наволочки. И салфетки. Наволочки многие у нас любят животных. Есть с собаками, с кошками, с разными, повторюсь, еще с лавандами, со всеми видами цвета. Много-много, большой ассортимент. А собак практически все породы есть. А кошек тоже. Такая наволочка стоит 750 рублей. Вот, обратная сторона у нее идет такая вот приятная, велюровая, да. Кто-то любит котиков. Собачки разные. Девочки, не забываем, что скоро у нас 8 марта. Есть у нас вот такие скатерочки. Разная вот такая вот крымская лаванда. Качество очень хорошее. Это полулен. Этот размер 40 на 90. Цена его 550 рублей. Есть такие салфеточки поменьше размером. Прямоугольные, овальные. А есть такие скатерочки разных размеров. Цена зависит от размера. Вот этот размер 30-45. Цена 250 рублей. 40 на 90. Цена 550 рублей. Есть вот такие вот анютины глазки, есть маки, есть более лаконичная вышивка, кто-то любит поярче, кто-то любит поспокойнее, вот такая модель, кто-то любит кружево, из этой модели тоже качество полулены, есть салфетки разных размеров и скатерти, прямоугольные, овальные, круглые, кому-то не нравится полулен, кто-то любит более ажурно, есть вот такие модели более ажурные, в двух цветах. Есть бежевый и есть белый цвет. И скатерти, и салфетки. Кому-то нравится. Такая салфетка стоит 650 рублей. Размер ее 40 на 90. Кто-то любит повоздушнее, попрозрачнее. Есть вот такого плана салфетка. Такая салфетка 350 рублей. Есть они побольше размером. Вот такой размер 50 на 130. В трех цветах. Цвет шампань, серый. И бежевые, как дорожка, да? Как дорожка на стол, на любой, на журнальный, на большой. Кто-то любит стелить скатерки, кто-то не любит стелить скатерки в разных размерах. Кому-то нравится мини-скатерти на стол углом, на круглые, на овальные, на журнальные. Есть более ажурные, вот такого плана. Есть лен, кому-то больше нравится лен. Кому ажурные. Есть вот такая вот красивая, турецкая. Эта модель, она есть в скатертях, в круглых, в прямоугольных, в овалах, в трех цветах. Вот этот цвет такой, как бронз, золотистый. Есть цвет шампань. Вот именно этот размер 90 на 90, цена
750 рублей. А впереди у нас еще есть Паск. Будет Паск. Вот такие пасхальные салфеточки. Вот этот вот размер идет 40 на 90. Вот такие красивые цыплята здесь. Вербушки. А размер есть 85 на 85. 850 рублей цена. Размер 40 на 90. 550 рублей. Размер 30 на 45. Есть овалы и прямоугольники. Цена 250 рублей. А есть еще вот такая модель, та с кружавчиками. Это вот такая, это качество полулен. Тоже есть квадрат 85 на 85, 40 на 90 прямоугольник овал, 30 на 45 прямоугольник овал и круг 40. Еще у нас пасхально будет чуть позже вот такой испанский гобелен. Вот это вот как бы семья. Есть такая наволочка, есть такого плана скатерки разных размеров, салфетки из этой серии. Пасхальные у нас будут вот такого плана. Разные дорожки, салфетки, наволочки. Ну, очень большая коллекция. На следующей неделе получаем очень большой выбор. А какую-то партию получали, продали. Вот все, что осталось, на следующей неделе будет груз. Большой очень будет ассортимент, я вам обязательно в телеграм-канал все заброшу, все покажу и расскажу. Так что подписывайтесь. Дорогие подписчики, салфетки я вам показала, все-таки решила показать скатерку, чтобы вы увидели эту красоту в полном размере, как она выглядит. На салфетке, конечно, красиво так не выглядит, столько много вышивки разных, вся расшитая, красивая, яркая, весенняя. Не все расцветки вам покажу, но какое-то количество успею показать. А в эфире мало времени осталось, поэтому все быстро. Я вам показывала салфетки, вот скатерки тоже в разных размерах. Есть белорусский лен. Вот кто-то любит подсолнухи, пожалуйста. Вот такие подсолнухи, колокольчики. Вот такую модель я вам показывала. Крученый шелк. Она тоже во всех размерах, скатерти, салфетки, любых размеров. А кто-то любит более лаконичный, есть вот такой вот лен однотонный, с мережкой. Кто-то поярче, кому-то вот более такой однотонный, обеденный вариант. Кто-то любит поажурнее. Вот такой вот лен в двух цветах. Есть модели, они похожи. Та модель идет такая без кисточек, есть с кисточками модель. Рисунок похож, но совершенно разные модели. Вот эти кисти, они тоже более украшают. Они есть в прямоугольных, в прямоугольном размере и в круглом. Я вам сейчас показываю круг. Есть вот такая модель, более однотонная, такая вышивка у нее скромная. С мережкой, элегантная. А есть скатерти, вот такая модель цветы. Вот такая модель скатерка цветы, она в одном размере, 150 на 220. Цена ее 2000. У нее кружево идет в середине, и кружево идет по краю. Это полиэстер, качество отменное, стирается очень хорошо. Никаких пятен, ничего не остается. Красиво и нарядно смотрится. Есть турецкие скатерки. Вот такая турецкая скатерка с люрексом, такой вот золотистой ниткой, очень красиво. Она идет с пропиткой. Если что-то разлили, с нее вытирается, как с клеенки. Ее можно использовать на каждый день. Стирать можно в стиральной машинке. Есть джамба. Вот такие разные цвета. Вот этот размер 110 на 160. Они есть круглые, овальные и много-много разных цветов. Вот цветовая гамма. Еще не все расцветки представлены на витрине. Вот такого плана турецкий я вам тоже рекламировала. Квадрат 90 на 90. Вот такой цвет еще есть шампань. Есть вот такого плана Турция. Кто-то любит с кружевом, тоже с катеркой идет с пропиткой. Есть без пропитки, с красивым кружевом. Вот это вот все с катерки. Дорогие подписчики, посмотрите, какой у нас большой ассортимент. Вот этот хлопок, вот такого вот качества.
Он идет в метраже, мы отрезаем любой размер, кому-то надо круг, овал, мы вырезаем. Цена за метр 1000 рублей. Это испанский и итальянский хлопок. Вот такие расцветки. А такая вот клеенка. Клеенка, которая очень хорошего качества. Кто-то любит поярче. Вот такие красивые цветы. Вот пионы. А есть более однотонные. Есть вот с ландышем. Вот такого плана. Вот такие вот ландыши. Есть она в метраже, вот именно эта модель, есть она штучная. Там рисунок идет купоном 120 на 150. Сейчас мы дойдем до нее, я вам покажу. Метр стоит 350 рублей. Есть более однотонные, более лаконичные. Есть вот такая тармина, тоже пионы, очень красивое сочетание. Есть с одуванчиками, сакура. Вот это жидкая кожа. Жидкая кожа. Она есть однотонная, есть вот с таким золотистым рисунком. А метр стоит 600 рублей. А вот эта вот жидкая кожа, она идет уже готовая, они идут купоном. Вот, например, вот эта расцветка, она идет в трех размерах. Вот этот размер я отрезала, чтобы для вас показать, чтобы вы увидели. Размер 140 на 160. Вот такая фактура, у нее идет очень гладкая. Она вытирается, даже постоянно покупатели стирают в стиральной машинке. Обратно вот такая сторона идет на основе. Она не скользит по столу и горячего не боится. Вот все расцветки в трех размерах. Размер 140 на 160 тысяч рублей, 140 на 180 1200, 140 на 228 1500. Вот эта модель в трех размерах, эта модель в трех размерах, эта модель в трех размерах, вот эта модель в трех размерах. Вот эта модель в трех размерах. Да, очень красиво смотрится. Здесь такие сочетания красивые. Вот ее размер отрезается и уже готов идет. Как скатерть, как гобелен смотрится. Турецкий гобелен у нас есть. Вот именно вот такие модели. Очень красиво. Покупатели пока не потрогают, не поймут, что это клеенка. Так и думают все, что это ткань. Я вам хотела еще показать вот такой вот штучные. Они идут в рулоне уже определенный размер идет, какой это модели, размер 120 на 150. Вот такая клеенка, единственная клеенка, которая без запаха. Фактура гладкая, вытирается очень хорошо. Она идет в одном размере, 120 на 150, ну на средний и не на большой стол. Их 6 расцветок. Вот я вам показываю. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая и есть шестая расцветка. Кто-то любит более лаконичный, по однотоне, кто-то любит вот такого плана с цветами. Все. Девчонки, кому интересны наши такие подушечки, очень интересные обнимашки. С одной стороны обнимашки, с другой стороны не трогать. Они очень хорошо. У нас их очень хорошо берут в подарок на 8 марта, на день рождения, на любой праздник. У нас их очень большой ассортимент, разные. Хотите кошки, хотите дракошки, слоники, что угодно. Много разных моделей, которые мы вам можем представить и показать. И рассказать. И разная цена. Вот, например, вот такой вот дракоша стоит 1200. Вот такой вот добряша, он еще с кармашками, вы можете сюда положить очки, телефон, что угодно. Можно, да? Да, конечно. Он стоит 1700. Вот такая вот собачка со стразиками, она стоит 1600. Вот такая собачка, тоже со стразиками, 1600. Вот такой вот мишка, моряк, он 1600. Есть вот такие вот коты, они стоят 2000. Вот такие котики поменьше, они 1400. Надежда, ну у вас очень большой ассортимент еще тапочек? Да, Тамара, сейчас я покажу тапочки. Девушки, пожалуйста, вот такие джутовые тапочки. Здесь вот джут. Здесь эта модель сделана комфорт. Они сделаны под ортопедический, в них не потеют ножки. Стирать можно в стиральной машинке. Они легкие-легкие, удобные-удобные. У нас постоянно наши покупатели просто обожают эти джутовые тапки. Цена у них 700 рублей. Кому-то нравится с бантиками. Замок.
погламурнее. Кому-то нравятся более такие поскромнее. Вот такого плана. Вот такие вот тканевые, вот с бантиком. У них подошва такая вот бесшумная идет. Они не скользят. Они сделаны на антискользиновой подошве. Есть вот такие вот с мехом, с бантиком, меховые с бантиком. Тоже очень удобно подошва, она не скользит. Остановись чуть-чуть. Я сейчас спущу по гламурнее. Есть вот такие вот красивые, вот с бантиком, жемчужины, тапки. Цена у них 1000 рублей. Вот на такой не подошве. Размер у них идет 36, 37, 38, 39, 40, 41. Надежда, очень часто спрашивают большие размеры. 41, 42, 43. Есть такие размеры? Они у нас бывают. Вот такая модель, которая унисекс. Она идет до 45 размера. Они подходят для мужчин и для женщин. Тоже джутовые тапки, легкие, удобные. У нас многие женщины с таким размером их берут для себя, и они красиво на ноге смотрятся. Есть модель вот такая. Она сделана комфорт, под ортопедические. Размер идет 36, 37, 38, 39. А цена у них 1100. Есть модель вот такого плана. Они мягкие, удобные, открытые. Вот на такой подошве ведут. Цена у них 750 рублей. Размер идет 36, 37, 38, 39, 40, 41. Вот такая модель. Кто любит поярче, она идет в двух цветах. Красные и синие. Размер также идет 36, 37, 38, 39, 40. Здесь одинарный размер. Есть двойные, есть одинарные. Есть для любителей плюшек. Есть вот таких для гламурных дам, которые любят более такие лаконичные. Вот такие мягкие, пушистые. Есть через пальчик. И есть они обычные. Вот такого плана. Цена их 2200. Размеры есть. Есть модель такая для модных, которые любят вот на такой вот платформе. Очень удобные, мягкие, с таким вот гламурным бантиком. Здесь у них ткань идет, они очень приятны для ног. Они в трех цветах. Белые, черные и пудра. Цвет пудры. Цена у них 800 рублей. Ну, кто знает эту известную фирму Имблю, это войлок натуральная. Здесь стильки идут, они сделаны ортопедические. Вытаскиваются вот так вот стилечки. Если вы носите свою конкретно ортопедическую, можете ставить, можете это. Она тоже сделана комфорт. Стирать их можно в стиральной машинке. Есть вот такие вот тапки, которые тепленькие, удобные, очень хорошая подошва. Она не скользит и не оставляет следов на паркете. Надежда, ну давай покажем вот эти вот наборы, потому что очень многие... Есть такие тапки, наборы для гостей. Они сделаны из гобелена. Этот набор стоит 1500. Здесь три пары тапок. Они разных размеров для гостей. И разные расцветки, да? Разные расцветки. Периодически появляются новые. Я буду выкладывать в телеграм-канал и показывать. Есть тапульки еще вот такого плана, меховые, открытые, очень хорошие. Легкие-легкие, удобные. Цвет пудры, черные и бежевые. Есть тапки такие меховые для мужчин. Вот такого плана. Легенькие, удобные, в двух цветах. Цвет серенький и бежевый. Есть мужские тапки джутовые. Что-то я перескочил куда-то. Вот такие тапки есть женские. Они идут в трех-четырех цветах. Розовые, зеленые, серенькие, такие бежевые. Такие же есть для мужчин в двух цветах. Серые и бежевые. Цена у них 700 рублей. Мужские идут размеры 40, 41, 42, 43, 44, 45. Женские идут 36, 37, 38, 39, 40, 41. Более поярче, погламурнее, с ушками. Цена у них 750 рублей. Они в трех цветах. Голубые, зеленые, розовые. И хочу, конечно, вам представить очень известную фирму «Сахаб».
Это выпускает Таиланд, эта фирма очень-очень много лет существует, и многие ее знают, о ней не надо рассказывать. Выпускает Таиланд, фирма называется Сахаб. Вот эти лямочки, они не вырываются, они идут в круговую. И сделаны они комфорт, они сделаны под ортопедические. Здесь цена у них 2500. Получаем через месяц много разных моделей, и мужских, и женских. Это я вам рекламировала женская, это мужская модель. Тоже будут в разных размерах, в разных гаммах и в разных моделях. Цена 2500. У нас есть еще в продаже подушки. Есть тут шелкопряд Роберто Кавалли. Качество очень хорошее. Размер 50 на 70, цена 1800. Есть La Perla подушки. Здесь наполнитель идет соевое волокно. Также такие же одеяла. Есть тутовый шелкопряд, есть La Perla. Размер есть полуторка и евро. Евро это размер 2 на 2,30. Цена 6000. Дорогие подписчики, спасибо, что досмотрели наш канал до конца. Мы будем рады видеть вас в нашем магазине. Корпус Б, ряд В, место 106. Первый этаж, вход 4. Мы делаем отправки, мы работаем оптом и розницу, отправки в любые города, в любые регионы. Почта России, транспортная компания, любой, какой пожелаете. Буду рада вас видеть в нашем магазине. Ну что, дорогие подписчики, вот побывала я сегодня у Надежды в таком шикарном павильоне. Мне кажется, любая девочка обязательно здесь что-то приобретет. Девочки, у нас время ограничено, но здесь я просто сейчас проведусь, с камерой еще пройдусь, потому что есть и комплекты для невест, и подушки для невест, и очень много подушек для диван, на диван. Поэтому, девчонки, выбирайте, заказывайте. Есть клеенки, посмотрите, прозрачные, как она правильно называется? Жидкое стекло, вот. Поэтому, девочки, кому интересно, и мальчикам, потому что есть мальчики интересуются жидким вот этим, клеенка, жидкое стекло, вот это вот. Хочу сказать, Надежда, вам огромное спасибо за то, что вы показали, представили свою красоту для моих подписчиков. И я надеюсь, моим подписчикам понравился этот павильон. И знак благодарности давайте поставим Надежде лайк. И, конечно, поделимся со своими друзьями этим павильоном. Ну и, конечно, мы желаем всем, не забываем, девочки, 8 марта, Пасха, заранее приобретаем себе и скатерти, и полотенце. И, конечно, кому что нужно для дома. Ну, а я не говорю до свидания, говорю до новых встреч. И не забывайте, тапочки, скатерти, комплекты. Я сейчас еще вот тут вверху покажу. Вот мы не успели. Кому интересно, если что, напишите. Надежда, она вам покажет. Вот эти комплекты, подушки. Также есть, вон я вижу, такие гобеленовые покрывала, если я не ошибаюсь, или скатерти, да. И также есть гобеленовые подушечки. Посмотрите, разные. С расцветками. Надежда закинет в телеграм-канал, кому понравится, пожалуйста, и слоники, и попугаи, и лимоны, и совы, девочки, и балерины, вон я вижу. Поэтому выбирайте, посмотрите, какая красота. Ну, а я, конечно, не говорю до свидания, говорю, а, вот еще, да, вот скатерти хотела показать, здесь есть и круглые, посмотрите, ажурные наволочки есть. Пожалуйста, выбирайте, заказывайте. Ну, а я не говорю до свидания, говорю до новых встреч и приглашаю вас в корпус Б, ряд В, место 106, к Надежде. Всем пока-пока!